Советский Союз, советское руководство верило в Запад, верило в западные ценности, плевать хотела она на свой марксизм. Вот. Эти люди, которые сидели в Кремле, они были готовы бросить все и убежать жить жизнью офисного планктона где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке, потому что они считают, что это гораздо почетнее, чем быть там референтом ЦК в Москве. Вот. Это действительно так. Это именно они развалили и уничтожили советский режим, который, собственно, не имел объективных причин для распада, что бы там ни говорили об экономике, но нефть, торговля нефтью составляла 2% бюджета. Понимаете? Не 80, а 2%.